Вы знаете, что у нас реализуется уже несколько проектов в регионе, как раз проектов Агентства стратегических инициатив ОСИ. Это и национальный рейтинг, то есть ежегодно национальный рейтинг, который объявляется, и потом нам дается очень подробное изложение, где наши преимущества, а где нам еще, над чем еще необходимо работать. И вот нахождение общественных представителей в нашем регионе позволит как раз более качественно, в том числе и получать обратную связь, и лучше работать над проблемными точками. Это и проекты по целевым, внедрению целевых моделей, стандарты развития, конкуренции. Здесь мы уже не один год реализуем это и видим реальные результаты. Это и, например, такой проект, по которому мы недавно заключили и соглашение как раз с ОСИ, это в отношении World Skills, тоже известная история, которая реализуется у нас в регионе. Сейчас это два представителя, их всего будет шесть, соответственно, по двум еще будет конкурс, это по туризму и молодежному предпринимательству, о чем сегодня нам как раз общественные представители сообщили. Действительно, это послы, это такое связующее звено, которое позволит нам вместе отрабатывать все проекты, инициативы, и наоборот, давать свои инициативы в агентство, чтобы их в том числе можно было интегрировать на общероссийском уровне.